Конор или Хабиб? Конор. Барселона или Реал? Барселона. Apple или Xiaomi? Apple. Любовь или деньги? Любовь. Бэтмен или Джокер? Бэтмен. Кола или Пепси? Пепси. Метро или такси? Такси. Гости или Queens? Queens. Оптимист или пессимист? Оптимист. Кошка или собака? Собака. Сын или дочь? Сын. Мерседес или BMW? Мерседес. Крафферс или Nestle? Nestle. Лада или Шевроле? Шевроле. Танцевать или петь? Танцевать. Месси или Роналдо? Месси. Макро или корзинка? Макро. Окрошка или кукси? Кукси. Паралич или самоубийство? Самоубийство. Феминизм или маскулинизм? Феминизм. Мини или Макси? Макси. Тиндер или Инстаграм? Инстаграм. Город или природа? Природа. Трамп или Путин? Путин. Готовы ли честно отвечать на все вопросы? Возможно. Сколько тебе лет? 23. Ты сейчас с кем-то встречаешься, замужем, свободна? Я свободна. Какой ты национальности? Татарка, иранка, русская. Кем работаешь? Я модель. Какое образование? На данный момент я учусь в университете журналистики. Чем ты лучше всех остальных? Я настоящая. Какое у тебя было прозвище в школе? Прозвища не было, но я меняла имя, и когда-то меня звали Нора. Я поменяла имя во втором классе, и меня называли Норка. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. В какой школе училась? 168. Твоя первая любовь? Тимур. Сколько тратишь денег в месяц? 1500. Сколько зарабатываешь? 400-500. Спала за деньги или подарки? Нет. Самый дорогой подарок от мужчины? $16,000. Сколько или что предлагали за секс? Ничего не предлагали. Ты обеспечиваешь родителей? Ну, я помогаю. У тебя есть машина? Да. Сама купила? С родителями вместе. Какой у тебя телефон? XS Max. Это подарок? Нет, я купила сама. Я продала свой 10-й, который был подарком, добавила и купила этот. Веришь в гороскопы? Нет. А в Бога? Да. Веришь в инопланетян? Да. Ходила к экстрасенсам? Ходила. Женская дружба существует? Существует. Попадала в аварию по своей вине? Попадала. Дралась? Дралась. Это было так ужасно. Я побила девочку, свою подружку, которую мой парень называл шлюхой. Зачем я это сделала, не знаю. Приставали девушки? Да, но я была не против. Любишь своего отца? Нет. Когда-нибудь первой признавалась в любви? Признавалась. Сколько раз тебе изменяли? Не изменяли, но я разрешала, так скажем. Сколько раз ты изменяла? Я никогда не изменяла. Кто и как тебя предавал? Да нет, я бы не сказала. Я спокойно отношусь к предательству. И, ну, такого прям не было значительного предательства. Кого и как ты предавала? Я не предавала никого. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Нет, но я хочу друга, парня. Во сколько лет первый раз попробовала алкоголь? 18. Когда в последний раз напивалась до беспамятства? На свой день рождения, неделю назад. Сколько раз у тебя был случайный секс? Не было. Употребляла наркотики? Нет. Самое смешное название группы ФТГ? Шарманда. Это универская группа. Я не знаю, почему они ее так назвали, мои однокурсники, но Шарманда. Настолько ли ты счастлива в жизни, как выглядишь в Инстаграме? В жизни я еще счастливее. Любимое матершинное слово? Пиздец. Из-за чего обычно врешь? Стараюсь не врать. Не умею врать, палюсь, но вру иногда. Ну, если я где-то, но не там. Ну, в общем, как-то так. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? Все 10. Ты одинока? Я люблю одиночество. Все мужики козлы? Нет, но часто попадаются. Имеет ли значение для тебя возраст парня? Нет. С милым рай в шалаше? Нет. Если парень напишет директ, ты ему ответишь? Ну, если что-то необычное напишет, удивит меня. Сколько у тебя было парней? Двое.
Встречала с женатым мужчиной? Нет, табу, никогда. Пожалуйста, не пишите мне женатые, это нет. Смотрела порно? Нет. Из-за чего хочешь уехать? Потому что хочу даже элементарно просто одеваться более открыто, а здесь не могу себе позволить, и это меня напрягает. Самое лучшее, что есть в Ташкенте? Дружелюбный, приветливый народ. Самое худшее, что есть в Ташкенте? Непонимающий народ и осуждающий народ. Давала взятку? Нет, но я хочу очень научиться, и я все время не знаю, как это сделать, с какой стороны подойти, начинаю нервничать, и нет. Количество подписчиков имеет значение для тебя? Да, имеет. Инстаграм приносит тебе счастье? Ну да. Самый обидный комментарий? Где сиськи? Делала пластику лица или тела? Нет, но я очень хочу. Самый худший твой поступок? Нет, такого нету. Твои кумиры из прошлого? Была такая группа «Ранетки». Их очень любила, все было в плакатах дома. Любимая мобильная игра? Там такие шарики, я не помню, как она называется. Окей. Феминизм рулит? Ну, я бы не сказала, но иногда во мне просыпаются какие-то такие нотки феминизма. Готова быть киленькой? Традиционной нет. Свобода женщин в нашей стране на каком уровне? На самом низком. Насколько сильно общество давит на тебя? Ну, давит очень даже сильно и очень даже. Для парня секс до брака это нормально, а для девушки? Конечно, мне нормально. Чем девушки отличаются от парней вообще, в смысле? Что устарело в нашем мире? Любовь, нет любви, нет честности, искренности. Нету. Чем плох наш менталитет? Консервативными взглядами на жизнь, осуждениями, много чего есть. На каком языке думаешь? На русском. Насколько хорошо знаешь узбекский? 50%. Ты должна быть правильной в Инстаграме? Да. Боишься осуждения? Нет, скорее не воспринимаю критику. Готова на обнаженную фотосессию? Готова, но если она останется у меня в телефоне. В чем тебя обманывают твои близкие? Ну, возможно, обманывают только потому, что не хотят меня обижать. Может быть, появляться где-то, когда я зову, или что-то в этом роде. Как обычно тобой пользуются? Да нет, в принципе, мной не пользуются. Первой знакомилась с парнем? Нет. Сколько лицемеров в твоем окружении? Да нет, вроде нет. Размер имеет значение? Имеет. Ты принцесса? Да.